Привет всем! Сегодня рассмотрим простой, но очень полезный инструмент Addon Align Tools, то есть инструменты выравнивания. Это встроенный аддон, но нужно проверить, включен ли он у нас. Переходим в настройки, пишем Align, ну, по-английски, конечно, Align Tools. Вот так выглядит название. Ставим галочку. Этот аддон он позволяет выравнивать объекты в сцене относительно друг друга. Сейчас мы видим, что вот этот объект он наклонен по отношению ко всем осям, которые у нас есть. По отношению к оси Z, X и Y. Добавляем еще один объект в нашу сцену. Пускай это будет цилиндр. И теперь, если мы хотим наклонить объект точно так же, как наклонен куб, или, может быть, даже совместить их вместе, да, и при этом, чтобы они были наклонены одинаково, нам нужно сначала выделить тот объект, который мы хотим наклонить, и затем через Shift после него вторым объектом мы выделяем тот объект, который уже как-то наклонен. Затем переходим в это меню, в раздел Item, предмет, и после того, как мы включили аддон, вот здесь появляется дополнительный у нас появляется дополнительное меню. И здесь вот мы уже можем поиграться так, как нам хочется. Если мы нажимаем на эту кнопку, здесь видим, что выровнять по местоположению локация и по наклонению, по вращению, по rotation, да, то есть сразу все вместе, да, то автоматически и по всем осям, да, сразу X, Y, Z, то видим, что сразу он перелетает сюда и выравнивается точно так же, как тот предмет. Но также мы можем разбить все эти действия на определенные операции, отдельные операции. Можем выровнять по вращению только и по отдельной оси по какой-то, да, например. Вот. Делаем Ctrl-Z. Возвращаем объект на изначальное местоположение. И вот мы хотим выровнять, например, по вращению по оси X, не перемещая. Или по оси Y, или по оси Z. Да? Или все вместе сразу. Или, например, мы хотим выровнять местоположение по оси Y. Точно так же можно сделать выравнивание по масштабированию даже, да? Например, по оси X. И он растягивается, да? По оси Y по ширине и по оси Z. Вот такой простой, но очень полезный инструмент.